Привет, давно не виделись вы на моем канале. Я хочу рассказать о том, как прошел наш день города Белореченска. Всем, кто любит веселиться, смотрите. А я пока планирую снять видео обзор на каталог Avon. Мне очень понравилось, и я, наверное, даже отдельный плейлист сделаю для обзора каталогов. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной. Ты поступай, хочется, и никому на свете грусти не придавать. Встреча лучшее средство от одиночества, но и о том, что было, помни, не забывай. Пройдемся здесь, посмотрим, что здесь. Выставка работ. И наш торговый центр. Ой, боже. Малевичу. Это в честь наших побратимов, нашей городской республики. Вот он, наш торговый центр новый, который я хотела показать. Ну, в общем, мы ходим здесь, много людей. А. Спасибо вам за теплые слова. Шарики, чё? А суперлуния? И суперлуния посмотрим. Да и не похож даже. Это наш фонтан. Рядом с администрацией. Кое-кто умудряется в нем купаться. Вот значок такой у нас. И я буду в нем купаться завтра утром. Когда выпьешь. Когда выпью. Сейчас посмотрим, что тут у нас украшено. В нем буду я. Люди, прошу, не ступите случайно.
Назовите из Белореченцы! Громче! Потому что белореченцы — это сильные, дружные, трудолюбивые. Еще очень веселые люди, это так? Да! Думаю, это так. Дорогие друзья, сегодня в наш праздник для вас на этой сцене образцовая студия эстрадного пения «Пятый океан». Встречайте! Ну, в общем, тут местное творчество. Ой, простите, дернула. Так что вот так. Завтра продолжим. Y pasó la menina vacía.